Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, Hidden Fire, два домофона, Куёка, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Я разобрал твой домофон, Дим. Сегодня мы играем в FNAF 1 кооп, FNAF 2 кооп мы запишем в следующий раз, чтобы всем не надоедало. Если опять кушайте, приятного аппетита. FNAF первая часть, выживание в страшной пиццерии. Погнали. Мне очень нравится эта карта, очень. На улице, как всегда, должен идти дождь, но как холодно, гром. Да, все сходится. Здесь у нас можно покушать взять. Классно. Часть очень прикольная. Я смотрю за Бонькой, он что-то не двигается. Лох какой. А сейчас они пойдут. Это же первая ночь. Это репетиция перед смертью. Так, Фокси сидит. Я даже уже забыл, как они здесь будут ходить и передвигаться. Ну как в FNAF 2, они здесь вроде не работают. Они по-другому здесь работают. Тут нет радиуса у них. Это трындит и трындит. Уже 42 минуты. Нифига себе, там запись он записывал. Ты ночь сидел, записывал нам охранник, что надо делать. А кто знает вообще, что он там говорит? О, рассказывает, что какой нематроник делает. Да нет, вроде бы. Так, ты не знаешь. Так, энергию не сажаем. Я просто проверяю, что все двери работают. На всякий случай, да? Да, 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 как оно... Дверь можно убить? А ну давай, нажимай, а ну открывай. Ой, нажимай. Не, только по башке больно бьет. Отжимай. Дима, дади энергию, энергию. А, понял. Моя голова, короче, много энергии. Хавает. Не нравится. Прикольно. Ребята, правильно ты сказал, Куёка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, потому что любой может зайти с нами и записать классные ролики по любой игре. О, Дим, видишь? Может, до 2 часов ночи живет? Дим, а ты заметил? Ты заметил, смотри. Чао! Убили! О, Буня тут! А чё так быстро? Ай! А я чё? А как они здесь убивают? Как они убивают? Что за дерьмо? Что я сейчас наблюдал? Я вижу, как он топает. А как от него убегать? Никак. Серьезно? Двери надо закрывать, да? Блин, мы же привыкли, как в FNAF 2 ходят они. А они здесь... Нажимай, закрывай. Блин. Ребята. Ну тут заслуживает комментария лох, точно. 100%. А как от него реально убегать, если он такой быстрый? Никак, да, от него не убежишь вообще? Я от него убежал, я убежал от него. Да? Фонарик он не видит. Так, смотрим. Идет. Так, осторожно. Блин, он такой страшный. Так, получается, эта часть как для меня сложнее будет. Да, молодец. 2 часа, пацаны. Блин, если мы первую ночь не пройдем. Это будет трэш. Да не, пройдем, это просто мы лохи. А камеры работают, да? Да. Они энергию не хавают, да, камеры? Не, не хавают совершенно, вот смотри. Так вы с одной стороны откройте дверь, а там камеру включите. Вот за Фокс наблюдать можно. Тогда я смотрю, прикольно все работает. Ты что, он там стрёмный какой челик. Я как бы знал, типа в Гаррис Моде мы снимали, вот так буду выглядывать. Опа. Так. Блин, нас Бонни булит, хоть это и 2 часа ночи до сих пор. И что он стрёмный? Я если что по камере смотрю, мне просто лень. Так, осторожно. Он рандомно здесь ходит или по скриптам? Наверное, у него путь сделан. А сейчас должен аниматроник еще один нажить вроде бы. Я наблюдаю. А, он тут вот. Да. Отлично, пацаны, вы хорошо играете пока, что? Молодцы. Это, знаешь, как аниматроник пугает? Бежит кто-то из... А, мне показалось, что из аниматроника кто-то бежит. Да, блин, честно, я испугался, это ты был. Это лох там, что ли? Дрянь? Так. Слышал? Слышали? Он телепортировался! Да. А кто телепортировался? Бонни, он...
Она другую часть репортировалась, типа. Нифига себе, это первая ночью так сложно. Блин, кто это придумал мод такой сложный? Так, пацаны, сейчас будет середина ночи. Есть шанс сюда выиграть. А сколько энергии у нас потратилось всего? Это надо, наверное, куда-то смотреть. Так, не на всякий случай. Смотри, лошара. Два аниматроника уже! Два? Или мне послышалось? Или мне же заснимали? Два. Чека жила. Блин, ребята, еще сложнее стало. Все сложнее и сложнее. Так, я уже слышу с двух сторон. Ты молодец. Да как ты успел? Ой-ой-ой. Доли секунды, представляете? А я Бонни ходит здесь. Я переживаю, у меня же волосы растут, так переживаю. Ребята, обязательно надо поставить лайк. Каждый лайк добавляет один к удаче. Да. Ты успеешь закрыть, если что? Да, я закрыл дверь, она у меня. Ты открой двери-то! А где энергию вообще нашу смотреть? Как сколько села? Они к себе идут, кажется, вот, Чика не уходит. Или никак не узнать, сколько села? Думаю, ну тут на камере своей невозможно увидеть. Кстати, Чика стоит там, ФКшка. Вот зараза, а? Тварь. О, ушла тварь. Молодец, молодец. Надо сразу, да, двери моментально открывать, чтобы пройти? Я на камере, если что, смотрю, просто мне так... Так он же ТП-хается, вы видели, что они делают? Ой-ой-ой-ой-ой. В этот момент. У меня опять на моей стороне. Куёка, ты так в дверях, кстати, не стой, потому что Чика, она телепортируется прямо на угол двери. Что? Окружили? Вот-вот-вот, они вдвоем прям ходят. Так, стоит. Вот какой, а? Блин, ребята, очень такая, знаете, темная атмосферная карта. Куёка к тебе идет. Сейчас вроде третий должен, да, жить в 4 часа или нет? Наверное. Мы еще не знаем пока. Стоп, что? А? Вы видели? Телепортировался, подлец. Он ТП-хается тогда, когда тебя видит? Видимо. Будьте осторожны, пацаны. Ой-ой-ой-ой, Чика ТП-хается. Не, она очень быстро бежит. Очень быстро. Да, здесь они более агрессивно настроены. Они здесь жестче. Вторая часть, она какая-то более добрее, что ли. Ну там типа убегать только надо, а тут... А здесь надо и... Тут, мне кажется, не так как убегать, а правильно уметь дверью руководить. Ё-моё. И звуки классные издает вообще. А, они из-за фонарика стояли. Ты прикинь, Дим. Короче, надо, чтобы они не видели, тогда не уходят. Когда они стоят рядом, значит они тебя видят. Да. Надо отходить от двери вообще. Успел? Да. Есть хотят. Что? Вторая! Открывай дверь! А чё они такие жесткие? Мы же сложность не добавляли. Одна сложность стоит, легкая, вроде бы. Они меня больше пугают, чем FNAF 2. Они жестче здесь, они прям вообще крутые. Чика, ты так. А, крутит головой. Заглядывают. Ну, а чё, у вас две двери закрыты, да? Да. А по-другому никак, да, я так понимаю, не пройти вообще? Слышал? Они у меня, куёк. Да, я вижу. Вдвоем. Так, с правой стороны, да, топчется? Отлично. Может, фонариком светить, чтобы они там стояли? Пошли. Энергия села, что ли? Как нам первая ночь мы не смогли пройти? Ребята, попытка номер два. Первый раз мы реально затупили, это была очень глупая идея. Все, сейчас мы точно пройдем, это без вариантов. Просто что надо сделать? Очень тихонько ходить, не попадаться им на глаза, тогда они не будут нас убивать. Ну и что, главное экономить энергию, правильно? Вообще не клацать ничего. А то кто-то в тот раз двери нажимал, кто-то клацал в тот раз, все. Двери это чисто для защиты, если они к тебе идут. А тут можно же за энергию заводить? Наверное.
А, мы вроде бы могли энергию заводить, на карточку искать здесь или нет, я вот не помню этого. А может, когда энергия полностью выключается, надо зарычагов сбивать? Да, наверное, да, я не помню, вроде мы энергию заряжали. А, ну давайте пройдемся, тут вроде карточка должна где-то на карте валяться. Ее берете, и этой карточкой можно проводить и энергию заводить. Вроде бы так. Вот серьезно, вроде бы так было. А ну сейчас я обыщу туалет и все. Я даже если я не прав, конечно, это будет тупая идея, но мне кажется, было так когда-то. Я хочу в туалете, я старик, я хочу спать. Значит, не, значит, без карточки. Да, так, просчитывается, да. Когда в друг друге мы этот, нельзя в друг друга заходить. Ой. Ой-ой-ой. Так, в час ночи просыпается Боня. Да? Я иду в офис, я манал. Вот он опять сейчас меня убьет, это будет тупая смерть, очень тупая. Так, идем, идем, осторожно. Интересно, их реально можно слеплять? Да, мне кажется, они не слепятся. Или слепятся, чего не проверили? Нам страшно. Мы страшно. Да, это до сих пор трындец трындит. Да? Закрой рот, тварь! Так, камеры, да, мы можем клацать? Хочу его сломать уже, телефон. Так, давайте еще все-таки включим, какая была камера, сцена, да? Ой, Фокси нам не нужен. Во! Ну все, ждем, пока этот трындец перетрындит. О, тут вроде можно на предметы залазить. А ну идите до автоматов кто-то. А, не, на автомат мы не залезем. А куда можем залезть? Автоматы это можем. Надо на спину залазить кому-то и пробовать залазить. О! Куда я залез на автомат? Да? О, так ты можешь теперь там просидеть всю ночь, они тебя не тронут. Давай одел. А если убьет и тебя, и меня? Не залазится. Не-не-не, я лучше так буду. Пусть один сидит там, чтобы у нас шанс был, что мы точно выживем. Слышали? Стул подвинул кто-то. Да, это я пернул. Нифига себе, ты пердишь, как слон какой-то. А мы можем не в офисе, а тут есть дверь где-то одна, которой мы можем закрыться без офиса. Не страшно проверять этот факт, что мы... Мы можем в туалете, да, закрываться? Или в туалет нельзя двери закрываться? В туалете можем сидеть, закрываться. Дим, ну ты... Активировался. Да? Да, помню. Блин, ребята, я слышал. Здорово. А куда он идет? Можете проинформировать, пожалуйста? Я не знаю, но я его слышу. Он ко мне идет. Не, я с автомата слежу. Да, чё, ты боишься? Да вдруг у меня я на его автомате стою. Так, давай, иди, иди, смотри. Где он? Кто-то туда пошел. Есть? Не. Мы можем бы уйти как-то? Мне больше интересно, где он. Беги, беги. Он в офисе там ходит. Скажите, когда он отойдет, я открою дверь. Так, как-то сейчас у меня миссия прорваться в офис. Едим. Я вот прям напротив, с правой стороны, где дверь, я там стою, сейчас стою. Тут, он ушел? Да, сейчас пойду. Блин, не страшно стоять тут. Отлично, ребятушки, ну что? Я в офисе, это была очень сложная миссия, кстати. Давайте мы включим какую-то дверь, чтобы мы видели. Мы будем... А это не дверь. А я чё один? Он в офисе. Я в шоке. Я че, никого нету? Как так-то? Вы видели, как я прошел по красоте? Во. Не, не во. Давайте, мужики. Чеки, я тут. Он идет. Он идет куда? Закрывай, открывайте там дверь, открывайте. Молодцы, ребята. Ой, надеюсь, мы затащим. Надо дверь, конечно, максимально долго держать открытой. Ой, его можно закрыть там, не? Хе-хе, было бы прикольно, но энергия тратится. Надо, чтобы кто-то, может, пошел, нажал там, попробовать рычажок, заведем или нет? Давай, пойду попробуем. Блин, ну вроде карта должна валяться на карте. Синяя карта. Блин, вот я не помню. Ребята, напишите в комментариях, можно энергию заводить или нет? Ничего не происходит. Может, когда она сядет, можно ее идти заводить?
Может, может. На рычаг, да. Может, дополнительная энергия будет? А, может. Ну, мне что-то кажется, мы карту искали. Вот честно, такое вот у меня воспоминание, что мы находили карту, и эта карта можно было проводить. По терминалу там. Ну, сейчас мы вообще энергию экономим сильно. Вы там разбежались, а он ходит не здесь, а там где-то. Блин, ребятушки, переживаю очень сильно переживаю. Он идет. Он сюда идет? Право. Этот говнюк. Чика ожила вроде бы. Я слышу Чикин вонючий голос. Да, ожила. Да, Чика. Так, зачем вы камеру переключили? Кто это такой умник? Этот неделю настраивал камеры. Она за мной, она меня видит. Что произошло? Зачем вы закрыли дверь тут? Ее нету. А я не знаю, кто там за дверями следит. Ой! Молодец. Все, мы, короче, будем пытаться завести энергию, когда она сядет. Нас там много, мы сможем. Да. Насколько знаю, энергию можно заводить. Блин, ну прикольно, когда... Слышите, идет, да, эта крячка вонючая? А где Бонни? Наконец-то он ушел. А где они вообще, эти аниматроники? Они в зале. Надо камеру поклацать. Я вижу в зале. Я смотрю на Чипу. Вот. Это с какой стороны идет? С вашей, да, с левой? Чего вы две двери закрываете, если... Я не знаю, мне кажется, тут кто-то идет. Вообще в коридоре стоит. Все, дверь открыта. Дверь открыта, что она делает? Он на Бонни пытается что-то делать. Она ко мне идет, кажется. Ты думаешь? Мне кажется, она к нам идет сюда. На эту сторону. Так, ребята. Все сложнее и сложнее. Я успел, она прям бежала ко мне сюда. Вот овца лоуха. Тихо. Не светите фонариком. Сейчас еще энергия сядет. От подлюка, прям здесь ходит. Слышали? У меня. Вас. Так, фонарики выключены. А где Бонни идет? Не, он справа у меня шивает. А где Чика? Вы не видите Чику? Не? Во, Бонни идет. А, ну ты пыхается. У вас Бонни? Я не знаю. А он в автоматах где были? Помнишь, меня туда закинули? А, вот там? Хотите прикол? Да, говори. Я к выходу пришел, там, короче, призрак появился, девочки. Да, это пасхалка. Все, можно открывать, да? Блин, да он прям тут ходит. Дверь держу. Очень стрёмное это дело у нас. Лучше закрою, она прям рядом. Да, ребята, вовремя. Готовься. Да блин, чего вы ходите прям возле двери? Мужики, я вообще тут бегаю по пиццерии. Он рядом с спойлером стою, мне страшно, что он активирует, поэтому я пошел в жопу отсюда. Так, я открываю дверь на всякий случай. Эксит есть, можно, пожалуйста, выйти? У меня Бонни. Так, я дверь держу открытой. Закрывай. Блин, это стрёмно, ребята, это очень стрёмно. Вы чё такие страшные, говно? Понимаю, есть? И стоит Чика у кудыри, если что. У меня? Я не знаю, с какой стороны. Тут два не ух, они возле меня. Вот там можно открыть, их двое там. Давайте я буду говорить, в какой стороне двое аниматроников. Да. Они там? Да, они до сих пор там. Угу. Ой, а что ты на меня смотришь? Так, если... Почему вы за мной бежите? Идите. Убежал? Да. Так, я вижу, вот стоит он. Они сильно дергаться начали. Ах ты, говно какое, а? Возле двери стоит. Я к вам забежал, мужики. Молодец. Мне просто... Так, надо готовиться идти энергию заряжать. Сейчас должна энергия сесть. Вы видели, что... Быстрее, иди заряжай. Вы промахнулись. Нет, ничего не происходит. Надо было найти карточку нам. Он не знает, где мы. Он не знает. А, ты завел? Что происходит? Он завис, пацаны, никто не двигайтесь, так и стоим, он завис. Все, ребятушки, мы прошли. Ура!
Я рады. Потому что этот баг когда-то давно мы уже вроде бы его тоже ловили. И он все, он так и будет постоянно бежать. Короче, запомнили, как мы стоим? Вот так надо в следующий раз нам и стоять. Это священный щиток, он так светится. Что, ребята, кто хочет вот так вот проходить ФНАФ бага, вот так стоим. Я не просто как-то багаюсь. Он хочет пройти, но упирается там в угол, заходя в комнату и бежит в угол постоянно. Все. Это священный щиток, вы видите, он белым светится? Да. Не, потому что на нем миссия есть. Ты видишь, он светится, потому что его можно заряжать. Оно и рассчитано, что ты должен его заряжать. Энергии физически никогда не хватает. Так, короче, надо мне посмотреть старые ролики. Или напишите, ребята, в комментариях, где это лежит чертова карточка. Потому что где-то она лежит. Я помню. Так. Ждем, ждем, ждем. Под это можно какую-то музыку сделать, это топ. Бак не бак, но мы прошли. Вот такой кабак. Ура, ребята, аж подлагивает все. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.